Все, обратившись за медицинской помощью в лечебное учреждение, получили необходимую медицинскую помощь. Все дети получили иммуноглобулинную профилактику, причем она проводится бесплатно. Обращаться за медицинской помощью можно в любое лечебное учреждение по месту жительства в рабочее время, в выходные и в нерабочее время. Это приемный покой принимает. Рекомендуется при нападении клеща лучше всего, конечно, обратиться в лечебное учреждение, чтобы была оказана квалифицированная медицинская помощь, квалифицированное удаление клеща, и за пострадавшим устанавливается медицинское наблюдение 21 дней с ежедневным измерением температуры, двукратно, утром и вечером.